Девчонки, я сейчас начинаю пилинговаться кислотно-энзимным пилингом. Смотрите, значит, у нас здесь первая капсула цифры 1, да? И есть капсула по цифре 2. Первая – это сама кислота, которую потом надо будет нейтрализовать второй капсулой. Олесь, косметолог, нас учил, то есть это, речь идет о вот этом пилинге Novage. Олесь, косметолог, нас учил экономить это средство, вам хватит не на 4 процедуры, а на 8. Берем рюмочку и выдавливаем туда где-то половину содержимого. Вот, столько мне хватит, это 100%. Пимпочку вот эту можно закрыть, вернее, горлышко этой капсулки можно закрыть вот этой пимполкой и положить на место. Вот, теперь я беру ватную палочку. Сейчас, секундочку, где мои палочки? На моей модной полочке. Так, вот мои палочки. Окунаю кислоту и сейчас буду прорабатывать все лицо палочкой. Таким образом мы экономим средства и лишний у нас ватный диск не уходит. Можно просто протирать ватным диском. Не бойтесь, эта кислота, она не разъедает, это не конюксная кислота. Это кислотный энзимный пилинг с определенным pH и процентом кислотой, который удобен и приспособлен для домашнего пилингования. Этот пилинг обалденный. Он очень классно осветляет кожу, очень здорово расщепляет и, как это называется, название, эксфолиацию делает. То есть эксфолиация – это от избавления от мертвых клеточек. Вот сейчас буду пилинговаться. 10 минут. Ровно, ни минуты больше, ни минуты меньше, я буду держать вот эту первый этап, первую фазу. И потом, не смывая водой, нейтрализатором протру кожу, и потом уже смою водой.